Привет всем! Вы на канале у Татьяны, дорогие зрители и подписчики моего канала. В сегодняшнем видео готовим вкусный салат. Готовится быстро, буквально за 10 минут. И необычный и очень летний салат готов. Для него понадобятся простые и доступные для нас всех продукты. Итак, начнем! Нам понадобится твердый сыр, 200 грамм, 2 крупных помидора, 5 отварных яиц вкрутую, майонез домашний 200 грамм, чеснок, по желанию, но я добавлю 3-4 зубчика, хороший пучок укропа, соль, перец по вкусу. Готовить салат я буду в глубокой миске, глубокой и прозрачной. Это слоеный салат и желательно готовить в стеклянной посуде, прозрачной, так салат смотрится очень нарядно. Для начала нам нужно натереть твердый сыр, а также яйца на мелкую терочку. Натираем. Чтобы сыр не прилипал к терке, изначально нужно терку смазать небольшим количеством подсолнечного масла. Натертый на мелкую терку твердый сыр отправляем пока в миску. Яйца также натираем на мелкую терочку. Чтобы яйца не трескались во время варки, нужно добавить немножко соли в воду. Яйца я натерла и тоже отправляю их в отдельную посуду. Теперь займемся помидорами. Я их помыла. Теперь разрезаю помидор вот так пополам. Плодоножку удаляю и нарезаю помидор тонкими-тонкими слайсами. Нарезанный помидор тоже отправляю в миску, пока он нам не нужен. А теперь мелко нарубим зелень, в данном случае укроп. Укроп придаст свежесть нашему салату. Осталось приготовить соус. Для соуса понадобится майонез, чеснок, соль и перец. Беру чеснок и пропускаю его через чесночницу. Отправляю в майонез. Количество чеснока регулируйте сами. Теперь, когда уже добавили чеснок, засыпаю буквально чуть-чуть перца и щепотку соли. Вот так. Все хорошо смешиваю с помощью ложечки, буквально 2 минуты. Теперь, когда соус готов, все ингредиенты нарезаны, я приступаю к сборке салата. Кстати, соус я отправила в кондитерский мешок или в обычный целлофановый пакет. Сделала дырочку и теперь можно приступать к работе. В миску отправляю помидоры. Вот так складываю их, распределяя ровным слоем по всему дну нашей миски. Сверху помидоры чуть-чуть солю, буквально щепотку соли, и делаю майонезную сеточку. Следующий слой из яиц. Вот так посыпаем по всей поверхности нашей миски яйца, распределяя ровным слоем. Сверху солю буквально чуть-чуть, вот так, и опять наношу сеточку из соуса. Третий слой — это укроп. Посыпаю все укропом. Посмотрите, как красиво и нарядно получается. Теперь делаем слой из помидор, точно так же. Помидоры солю буквально чуть-чуть. Четвертый слой — это твердый сыр. Посыпаем твердым сыром, обильно, не жалеем. И делаем сеточку из соуса. Берем укроп и делаем еще один слой из укропа. Повторяем слой из помидор. И снова помидоры солим. Сверху на помидоры повторяем слой из яиц. Натертые яйца солим. Не забываем, так салат получается вкуснее. И теперь на слой из яиц наносим сеточку из нашего майонеза, чеснока. Наносим аккуратно
И последний слой – это твердый сыр. Все посыпаем обильно сыром. Украшать салат можно по желанию, как вы хотите, как сыграет ваша фантазия. Меньше чем за 15 минут мы вместе с вами приготовили, посмотрите, какой красивый слоеный салат. Это летний, вкусный, легкий фитнес-салат. Обязательно на досуге приготовьте этот салат и будете готовить его каждый день, потому что это вкусно, легко, доступно. Понравился мой салат? Жмите лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии, а также напишите мне в комментариях, какой рецепт салата для вас является самым-самым вкусным. Какой салат, легкий фитнес-салат, готовите вы у себя дома. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока.